Доброго времени суток, уважаемые друзья. Вот Шарик, повязку сказали, не надо ему, там вот ранка. Сейчас я выйду на солнышко, и ну, он пободрее. Я вчера приехал, я его не увидел, друзья. В больницу его не возили, пришел ветеринар. Тот, кто следит за моим каналом, тот знает. Пришел ветеринар, уколол ему антибиотик. В общем, что-то это самое. Сделал какой-то укол, антибиотик и это самое. И какую-то таблетку под язык ему засунул, чтобы он проглотил. В общем, у него все в порядке, перелома нет. Вот, то есть держим палец на пульсе. И еще я хотел сказать, там писали, что я типа снял вот это ради там типа контента и так далее и тому подобное. Вы бы, говорит, сначала помогли, зачем вы типа такое снимаете? Это адресуется человеку, который это написал. В общем, я никогда не пользовался такими моментами для каких-то просмотров и так далее. У меня нет абсолютно никакой монетизации, я не преследую этого. Я снимаю этих собак, так как я и спрашивал собачек этих, и параллельно рассказываю о своей жизни, о происходящем, о каких-то моментах и, о каких-то, и даю какие-то пожелания. Вот. И никоим образом тот, кто следит за моим каналом, я не, еще раз, на вот этих всех моментах я абсолютно не ищу никаких выгод и тому подобное. И, пожалуйста, не смейте мне вообще такое писать. Если вам не нравится, отписывайтесь и не смотрите это все. То есть, ну, такое цепляет. Я вам серьезно говорю, ребята, не пишите такое. Вот, вот он зализывает ранку свою. Вот. Ушко ему там обработали, небольшая была, это самое, то ли царапина, то ли еще что-то непонятно. А все остальное у него кровь была от лапки, видимо, собака грызла капитально, и кровь распространилась по всей шерсти. Ну, я близко к нему подходить не буду. А вот, сейчас я их буду кормить, и... так сказать, приступать к работе. Всем хорошего понедельника, легкого понедельника, хорошего настроения, солнышко и за окном, и в душе. У нас отличная погода. Вчера было до плюс 22, уже, значит, цветы вовсю, почки набухают, даже кое-какие кустарники начинают расцветать. Так что, друзья, с 1 апреля вас... И всем спасибо, кто переживает искренне за Шарика, за собачек. Все будет хорошо. Он в надежных руках. Да, да, мой хороший. Да, ты знаешь об этом, мой мальчик. Сейчас будем кушать. В общем, всем хорошего дня. Пока-пока.